На этой неделе в областном центре подрядчики из Астаны начали наносить дорожную разметку на проезжей части. Объем по договору – 130 тысяч квадратных метров. На эти цели из бюджета выделено 193 миллиона тенге, причем в конце лета эту разметку обновят. В два этапа будут красить. Получается, гарантийные обязательства на краску у нас идут 3 месяца, согласно стандарту, ГОСТу. И получается, на сегодняшний день сейчас покрасит весь город, потом пройдет 3 месяца, и ближе к концу лета, осени, да, на второй раз. При этом в соцсетях среди кустанайцев уже идет бурное обсуждение. Появились негативные комментарии, в которых люди жалуются, что теперь не могут заехать во дворы с привычных поворотов, зачастую налево. В отделе ЖКХ отмечают, что разметку наносят по предписанию управления полиции Кустаная, которая таким образом хочет уменьшить количество дорожных происшествий. Об этом мы уже рассказывали в новостях в конце марта. Более того, в прошлом году практически на всех улицах города, в том числе магистральных, дорожная разметка разрешала поворот налево. Из-за этого водители постоянно маневрировали и создавали аварийные ситуации. В связи с чем уже этим летом мы будем следить, чтобы дорожными службами при проектировании и нанесении разметки все левые повороты, особенно на магистральных улицах, были исключены. Тем более это запрещено правилами дорожного движения. В отделе ЖКХ Кустаная при этом отметили, что в случае, если кустанайцы испытывают трудности при заезде или выезде к своему дому из-за двойной разметки, то им следует обращаться напрямую в управление полиции Кустаная. Решить дело о появлении на дороге разделительной полосы смогут только они. Алексей Краснов, Виктор Ваташко и Татьяна Калюжная, РТН.